Всем доброе утро. Я не знаю, почему, скажем так, народ заморачивается в плане перемешивания комбикорма, зерна, зерносмеси. Я не знаю. Одна девушка мне написала, ну, у нас там личная переписка с ней идет. Ой, я так долго мешаю, так долго мешаю. Я так прям иногда надоедает. Чё тут надоедать? Я вообще вон просто мешаю. Беру два ведра, из ведра в ведро пересыпала, и все. Вот, и перемешалась. Выхожу немного вот на крылечко, чтоб, ну, пылит, потому что, чтоб не так хоть пыльно было. Причем вот сейчас пылит, это больше даже мел, потому что у меня здесь мел, ракушка, кукуруза, пару горстей ракушки, чуть-чуть, где-то одна горсть мела, ковшик кукурузы молотый, ковшик пшеницы плющеной и пару ковшей комбикорма. Вот и все, ничего сложного. Это вот я сейчас буду индюшатом насыпать, потому что... Бройлером, ну, я уже насыпала. Вот тут у них, что тут у них маленькие такие мисочки, скажем так, эти кормушечки. Я им намешала прям вот в них. На день я им отключаю лампочки. На ночь включаю. Но опять же, вот сейчас у нас сыро, опять вот дождик. Опять с утра дождик. Ну, дверь, когда в сарае закрыта, то достаточно тепло. Я еще на ночь вот это окно закрываю, и когда прихожу, вообще у них так это... ну, прям так душноватенько, скажем так. Это уже выбежало. Все, побежала. Сейчас поклюет, поест, и я ее сюда обратно загоню. А там уж как хочет, надо ей уже... привыкать. Ну что, братцы-кролики, братцы-индюки, дайте кормушку-то взять. Вот утопали, уже надо чистить. Буквально за неделю, нет, даже меньше, все утопали. И у них сегодня... Ну, я так мел-то не каждый день добавляю, где-то через день. А воду поставлю, витамины, и добавлю в воду вот этот, сейчас, рыбий жир. Прямо на глаз вот капаю. Раньше измеряла, здесь все написано, если вот кому надо. Ну, в принципе, все эти бутылки видели с этими рыбьим жиром. Вот. Сейчас вот им насыплю, и все, без проблем. Подчищу немного, все равно здесь попадают опилки у них, хотя и стоит, но не так много, если бы стояло на полу. Вот сейчас практически даже и нету опилок. О, девушка уже на улице шлындает. Дождик идет, я вышла. Голова раздетая, у меня у этой куртки капюшона нету, и прям это что-то как-то даже ничего не хочется на улице делать. Вот прибраться, да, вот помыть вот это все не хочу, вообще не хочу. Руки замерзнут сейчас сразу, а я и так уже вон хожу в резиновых, ну потому что здесь в галошках уже никак. И, по-моему, у меня насморк начинается. Походила в резиновых. Вот эти товарищи, конечно, вот с этой вот кучей не справляются. С очистками, я имею в виду. Вчера я тут им высыпала, этим не стала, потому что вот смотрю, у них там, ну, вообще надо убирать все, счищать, все вольеры чистить. Помощница пришла.
помощница. Ночь удалась. Ну, короче, вот, видео-то про что было? Как перемешать? И я не знаю, что тут народ заморачивается, какими-то ковшами мешает, шумовками мешает. Лопаты какие-то специально приспосабливают. Два ведра. Ну, пыльно, ну ничего, три раза туда-сюда переворошила, ну пять. И все, все помешано. А иногда, это мне просто сейчас вот надо было мел перемешать. А так я вообще просто вот в эту кормушку я сыплю слоями. Вот даже видно, видите? Белая это кукуруза, темная, но это или пшеница, или комбикорм. Ну все, товарищи. Не знаю, буду сегодня еще что-то снимать или нет. Пока с вами попрощаюсь. Мне надо уже все-таки маленько убраться в курятниках. Вот. И надеюсь, завтра для вас будет небольшой сюрприз, если у нас все получится. Смотрите. Не знаю, завтра, послезавтра у нас будут новости. Муся! 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 Кс-кс-кс-кс! Занята Муся. Муся занята. Кс-кс-кс-кс-кс! Муся! Вот смотрите, добавила себе работы. Сейчас ставила им поилку и все разлила. Вообще тут прям вон все мокрое. Вот так вот их перегородила. Они этот ящик просто на раз двигают. Я его туда, они его обратно. Цирк. А с моим ростом я вообще не достаю. Такая детская табуреточка. Пластиковая. Ну, хоть немножко, чтоб с нее достать. Он один уже лезет. Куда лезешь? Куда лезешь? Я тебя кормушкой закрыла. Мешаться мне теперь будешь? Все. Ящик сдвинули. Ну-ка, давай назад. Опа! На 2 секунды хватит. Он опять лезет. Сидите там пока. Ну, короче, думала чуть попозже вот это все. Может, еще на денек бы хватило. Ну вот, добавила себе работы. Здорово! Я прям рада, что ты пришел. Вообще, очень рада. Что-то у меня такие мысли сейчас пришли. Наверное, надо их уже рассаживать. Вот в тот вот ящик, где петух. Быстрее грязниться стало. То ли они воду все-таки из этой поилки лапами разливают из сыра. Ладно, хорошо, у меня есть осушитель подстилки. Сейчас посыплю. Золы посыплю. И будет вам счастье. Да? Да? Пока кур сейчас вот отсюда с коридора выгоняла. Вот, пожалуйста, сидит. И что сидим? Кого ждем? Смотрите, что творит. О, затихли. Почистила. Насыпала опилок. Ну, сначала осушитель подстилки. Подсушить доски. Потом опилки и золу. Ужас, что творится. Посмотрите. Как из белого индюшонка превратить в палевого. Фу, я сама-то с вами тут вся в золе.
что, сухо? Хорошо, да? Сейчас будете все серые, чумазые. Представляете, что тут творится? Это вообще... Это сейчас еще вот эти все затихли. Это уже они тут все купались. Так, теперь надо как-то им воду поставить. Надо, наверное, вот этот пакет им снять. Тут что-то они прямо лезут сюда, все давятся. Ну, наверное, все на сегодня. Вот показала вам индюшат. Да, кажи. Да, кажи. Да. Прям идет индюк, индюк, индюк. Ты прям индюк, да? Ну иди сюда, иди. Красиво. Ой, красиво, красиво, красиво. Ну, иди поглажу, иди. Ну, такой, такой. Ой, наступили на кого-то. Ой, все, буду им воду ставить. Побегу дальше. Надо еще прибраться в одном вольерчике. Теперь-то им повеселее. Но вот только мне не нравится, что петух их видит. Вот так вот. Прям тут рядом тюкнет. В голову-то они он вылазит. Так посмотришь, вроде еще места хватает. Ну, пить побежали.